о компании «Бизнес-молодость» я узнал, когда лет, наверное, 7 назад искал бизнес-план. Я пытался получить грант на развитие производства, на открытие производства. И тогда начал их смотреть. Пожалуй, основное, что мне дало БМ, это вера. Вот то, что как бы я всем говорил, да, что можно создать бизнес с нуля, да, там можно там 100 тысяч зарабатывать, не обманывая, можно этим заниматься, да, что чтобы продать Сбербанку, там не обязательно там быть суперкрутым, можно просто как бы быть нишевым продуктом, да. И я всем говорил, что можно выйти на новый уровень, но в моем окружении, к сожалению, было очень мало предпринимателей. И вот эта вот вера, когда вот ты делаешь ошибки, да, и потом, когда у тебя в голове возникают вопросы, думаешь, как, вот предприниматель или вот, ну, тот, кто занимается продажами, тот, кто занимается маркетингом, то думает о том, как бы, как разгрузить свое время, да, у него возникают вопросы в голове. И вот когда ты видишь ответы на эти вопросы, да, когда у тебя что-то не получается, думаешь, ну как? Ну ведь у них же, вот как-то же фирмы работают, это что, это MBA это или это какое-то высшее экономическое образование, хотя там этому вообще не учат. И когда вот тебе дают ответы на эти вопросы, вот тогда БМ вот прям цепляет очень сильно. И вот эта вера в успех, вот это благодаря БМ. Можно быть номер один в своем рынке, да, вот у нас сейчас задача создать там самую лучшую доску для рисования в мире, самая крутая, самая дорогая доска в мире, но мы будем номер один. Вот эта мысль мне пришла благодаря БМ, поэтому нам есть к чему стремиться.